Привет, друзья! Каждый раз, отправляясь летом куда-то в поход, в лес, либо на рыбалку, на охоту, да или даже просто какой-либо безобидный пикничок где-то на лесной полянке, неизбежно будут сопровождаться атакой на вас этих злых кровопивцев. Да-да, у нас сегодня с вами речь пойдет о комарах, а точнее сказать, о защите от них. Ну, вы скажете, чего проще? Взял, купил себе какое-нибудь средство от комаров, аэрозоль, спрей, там, мазь, не знаю, попшикался, намазался, и комары от вас отстали. Все правильно, так и есть. Но давайте вот признаемся честно, сколько раз вот так вот куда-то выбираясь на природу, на ту же рыбалку, вы все взяли с собой, бутерброды даже взяли, все. И что вы забыли? Правильно, средства от комаров. Готов поспорить, что у каждого из вас, кто хоть раз выбирался куда-то на природу, такое случалось. Да и у меня сколько раз вот на рыбалке там или на охоте сидишь на торф-карьерах, весь с ног до головы облеплен комарами, и думаешь уже не о том, как бы выловить какую-нибудь крупную щуку или там добыть жирную утку, а о том, как бы эти гады от тебя отстали. В общем, удовольствия в этом мало, прямо-таки скажем. То есть с этим понятно, друзья, банально забыли взять средства с собой. Но есть еще один момент, это вот сколько раз я не замечал, как правило, всех этих средств хватает очень ненадолго. То есть они имеют непродолжительный эффект. Нет, есть, конечно, дорогие, я тоже пробовал разные. Вот, но максимум, это час, максимум два. Хватало, после этого все, ты весь опять в комарах. Приходилось опять распылять. Сейчас я с вами поделюсь своим опытом, как можно защититься в лесу от комаров без покупных средств, приготовления каких-либо составов, там, добывания дегтя, например. То есть мы с вами будем использовать исключительно те средства защиты, которые дарует нам природа. Скажу честно, друзья, оба способа не мои. В свое время мне о них рассказал один опытный егерь, человек, проживший до глубокой старости бок о бок с природой, за что ему низкий поклон. Оба эти способа меня прежде всего привлекают тем, что они не требуют от вас каких-либо особых усилий, умственных или физических затрат. То есть это предельно простые, но максимально эффективные методы защиты. Что ж, поехали, нас с вами ждет способ номер один. Вот они, друзья, маленькие лесные жители, трудяги, санитары леса. Всю свою жизнь отдают на благо своего общества. Не знаю, как вы, друзья, а я вот с детства всегда любил наблюдать за их работой. Поражал всегда тот момент, что как такие маленькие создания способны переносить на себе вес, порой раз в пять превосходящий их самих. Вот наблюдаешь за ними, даже нервы успокаивает. Правда, сегодня нас с вами интересует не их жизнедеятельность, а тот продукт, который они вырабатывают. Это, друзья, муравьиная кислота. Все дело в том, что помимо массы полезных всяких свойств муравьиной кислоты, она еще имеет такой специфический резкий запах, которого наши с вами враги, комары, боятся как огня. Нам же с вами остается эту самую муравьиную кислоту добыть. Сейчас я покажу, как это делается. Для получения муравьиной кислоты из муравейника нам не потребуется какой-либо небольшой кусочек ткани. Это может быть полотенчико небольшое, носовой платок, допустим. Далее смачиваете кусок ткани водой, но так, чтобы она была слегка влажной. Вот лишнюю воду из нее лучше выжать. Кладем нашу с вами тряпочку прямо вот так вот на муравейник. Ну да, придется, конечно, друзей наших потревожить немножко. Вот в таком виде оставляем где-то минут на 5.
через 5 минут переворачиваем. В общей сложности нужно подержать где-то минут 10. Пять минут прошло, можно переворачивать. Через 10 минут, друзья, берем аккуратно нашу с вами ткань и встряхиваем всех муравьев. Вот, видите, друзья, как обеспокоены сразу наши лесные жители. Ну, ничего страшного, потревожили их, но уж простите, нам от комаров как-то защищаться надо. Ничего страшного, они сейчас успокоятся через какое-то время. Вот, друзья, мы с вами таким способом вот на этом полотенце добыли муравьиную кислоту. Имеет такой резкий, ярко выраженный, специфический запах. Ну, потом поймете, какой. Выбирайте, старайтесь, муравейник побольше какой-то, чтобы долго не ждать, тогда пропитается лучше. Можно и сухую ткань использовать, но лучше все-таки смочить слегка водой, тогда лучше пропитается. В принципе, вот этой тканью, полотенцем там или носовым платком уже можно смазывать открытые участки тела. Перед тем, как наносить на тело вот эту муравьиную кислоту, попробуйте, смажьте самый, ну вот, нежный участок кожи, вот здесь на сгибе локтя, так как организм у каждого индивидуальный, человека, проверить, не вызовет ли аллергическую реакцию. Ну, на всех по-разному действует. Вот протерли, вот тут вот, если заметили, что прям сильное покраснение пошло, то лучше этого не делать. Этот способ не для вас. Но на меня действует он нормально. Никакого раздражения, ничего нету. И дальше протираем, хорошенько натираем руки. Ну, в общем-то, все открытые участки тела. Лицо. Шею. Лысину. Так, чтобы, да, запах, конечно, от нее будь здоров, но нам-то главное, чтобы комаров отбивало, а мы-то потерпим. Но, как вы могли убедиться, друзья, данный метод не требует практически никаких особых усилий, но при этом вот эта муравьиная кислота, она долгоиграющая. То есть вот на день точно хватит. Вот я намазался, комаров вообще как будто и нету. Раньше тут отгонялся от них, сейчас все, пропали. Вот. Но мы с вами идем дальше. Сейчас я вам покажу способ номер два. Для второго способа нам с вами потребуется гриб трутовик. Прошу не путать с чагой. Они отличаются. О чаге мы с вами поговорим еще отдельно. Найти трутовики в лесу несложно абсолютно. Часто на березах можно встретить. Берем, друзья, в руки нож и методом нарезания хлеба на ломтики, вот так вот, прямо не снимая трутовик с дерева, нарезаем его такими вот дольками. В результате, друзья, у нас с вами получаются вот такие вот ломтики. Теперь, друзья, полученную заготовку нам с вами нужно поджечь. Она гореть не будет, а будет тлеть. Как видите, трутовик у нас с вами не горит, но при этом медленно тлеет. Да-да, совершенно верно. Это аналог покупной спирали от комаров. Только лишь с одной поправкой. Трутовик, вот этот вот дым, он абсолютно безвреден. Натуральный, природный. Очень эффективно использовать данный метод, скажем, где-то на рыбалке. Вы пришли, воткнули в землю пару прутиков, нанизали на них трутовик, подожгли, и он у вас тлеет.
комары вам не мешают. Правда, при сильном ветре, конечно, будет сдувать. Поэтому лучше поставить 2-3 таких прутика, 4 нанизать, и нет проблем. Также, кстати, в походе, в лагере где-то вы сидите, на столе там разместили, подожгли. Вот этот трутовик, он у вас тлеет, комары вас не беспокоят. В отличие от спирали покупной, которая все-таки имеет какой-то химический состав, дым вредный, вот данный трутовик, данный дым от трутовика абсолютно безвреден, в том числе и для детей. Но метод эффективный, комары боятся. Ну вот такие два незатейливых, но при этом довольно эффективных егерских способа защиты в лесу от комаров, которые, кстати, вы и сами запросто сможете проверить. По традиции желаю вам большущей удачи, прекрасного вам отдыха на природе, чтобы комары вот вас не докучали вам. Спасибо, что смотрели, ну и пока, увидимся.